487 сантиметров в длину, 182 в ширину, 20 сантиметров над землей и 182 сантиметра в высоту. И это чудовищные размеры моего Range Rover. Чтобы узнать размеры Toyota Tundra 2014, к размерам Range Rover надо добавить 5 сантиметров к дорожному просвету и высоте, 30 сантиметров к ширине и еще по 30 сантиметров с каждой стороны из-за гигантских зеркал, и где-то 120 сантиметров к длине. И в этом смысле на фоне этой Toyota Tundra даже здоровый внедорожник вроде Range Rover покажется игрушкой. Все верно, Toyota Tundra 2014 года чертовски здоровая, и я покажу вам самые гигантские ее детали. Если вы, как я, не осознаете то, какими гигантскими стали современные пикапы, я начну с обсуждения зеркал. В нормальной машине боковые зеркала заднего вида будут нормального размера, но в Тундре вот такие гигантские штуки. Для сравнения, вот зеркало Тундры, а это ноутбук. По факту, зеркала добавляют по 45 сантиметров с каждой стороны, всего 90 сантиметров. Они настолько большие, что создают еще одну слепую зону. Но зеркала — это не единственная большая вещь в Тундре. Между водителем и пассажиром 60 сантиметров. И это место предназначено для самой огромной центральной консоли, что я когда-либо видел. В ней, например, уместится Xbox. В ней уместится циркулярная пила. В ней уместится даже эта собака. Также вы поймете, насколько этот пикап большой, когда будете забираться внутрь. Его дорожный просвет может и всего лишь 25 сантиметров, но чтобы забраться внутрь, потребуется поднять ногу в два раза выше. Это не так просто. Забраться внутрь будет нелегко даже с собаки. А собаки могут забраться куда угодно. Вот мы попали внутрь этого пикапа, и с местом тут все превосходно. Переднее сиденье находится в своем обычном положении, между ним и моими коленями вот столько места. По факту, я бы мог тут даже прилечь. И если вам показалось, что здесь много места, так и есть. Ведь в Tundra Crew больше места, чем в 7-й серии BMW, S-классе Mercedes или Audi A8. И это в пикапе. Также нельзя не упомянуть решетку, размер которой 152 на 60 сантиметров. Или другими словами, почти что один квадратный метр решетки. Ваш гроб, скорее всего, будет меньше этой решетки. Но огромный в Тундре не только размер, огромное в ней все. Взять, например, держатели стаканов. По два держателя есть на каждой задней двери, и еще два на задней центральной консоли. Также два есть на каждой передней двери, и еще три на передней центральной консоли. И сзади есть еще два, когда опущена задняя дверь. Другими словами, в этом пятиместном пикапе можно уместить 15 напитков. У ваших приятелей будет куда поставить свой Miller Lite, когда вы поедете на охоту. В общем, Тундра огромная, но ее V8 объемом 5,7 литров с мощностью 380 лошадиных сил настолько сильные, что мог бы потянуть еще две Тундры. И по сути, в этой тачке вы почувствуете себя большим и мощным мужиком. Вы почувствуете себя, как будто можете переехать чей-то дом. Только не снова!